Сейчас обидно было. Я прям расстроился. Ты же Сайленса, да, играешь ты через это? А? Не через РПГ. Ну ты же не через РПГ. Ну а типа как? Типа, ты не через ДПС играешь, да? Не через ДПС. Конты, которые они берут Аркан Шот, типа, а есть конты, которые через РПГ, они берут глушащий выстрел, ну, который Сало я... дает. Ты слушай, глушащий я так оставил себе на этом. Он без ГКД, типа, а чего его не оставлять? Он в рекаунте там условно 4% дает, почему нет? Нет, так ты Аркан Шот брал, типа? Да, конечно. Но смысл его сейчас убирать, он дамажит больше, чем стедик. Вот у меня критует этот Аркан вот сейчас 4-5к, а этот 4 стейдж-шот критует. Поэтому, типа, касая разницы, это ощутимо. А ты верные выстрелы кастуешь? Кастую, конечно, но у меня же остается этот окно между ними. В эти окна я забиваю как раз-таки стейбиком. Блять, телефон садится, сука, заебал уже, блядь. Так специально просто подходит зарядить, что на безделье. Да, блядь, я его потом не увидел, нет, я не пойму, что это телефон, когда он будет облизанный, обрыганный и схаванный напополам. Сейчас телефон поставлю, секунду. А вы две пачки выдержите, если я сполю? Да, ты выдержал. Просто там вот звук нужно написать. Ой, помогите, помогите, страшно. А я забыл, что они РДДшны на душе. Взял ревностный, проебал. Красава. Ты представь. Сколько нам еще надо раз в гаражан сказать, чтобы с ним все выйдет? Это же пиздец. Да слушай, ну типа там скоро будет же так, что с двух рейдов один собираться будет и там ходить, кому что надо добивать. Ну типа по факту, когда все ребята качают. Это нечестно. В смысле? Ну типа, блин, так это и будет работать. Как бы это было честно, нечестно. Особенно когда выйдет новый контент. Там просто уже типа, ну, люди перестанут ходить в кару. Нет, за шапкой надо как-то. Ну, на мейнах перестану, на пинах нет. С такой шапкой. У меня шапку Т4 смолчит взорвал. Нет, а ну блять. Ты меня не слышишь. Ну а что я тебя не слышал? Ну типа, блин, скоро будет куча народа Т4, типа, там останутся, типа, единицы, у кого нет Т4. Ну именно с коража, на которых кусков. Типа, они будут все объединяться в один рейд, типа, и будут ходить. Слушай, ну 25 нет хорошего прям, такого прям, очень сексуального шмота. Если мне скажешь... Да нихуя себе там нету, блядь, охуенно. Ну, для, вот, допустим, для хата вообще нихера нету. Я тут под сомнениями, типа, очень... Не знаю, в Каражане нет. Вообще нет шмота особо. Типа, который, кроме Т4, который я оставил бы. Перчатки хорошие здесь, кожаные падают. С двумя дырками, как бы еще... Классно. Ну, я же говорю не за Т4. Да не про, я не про Т4 говорю, я говорю нонсет. Ну, нет, у меня нонсет штаны. Чё? О, гля, в приключения добавили этих вызываемых вот этих вот животных. Да не, раньше были. Ну, я первый раз увидел. А может, кстати, и не было вот именно в таком виде, как сейчас. И шахматы добавили. Шахмат не было. Тоже сижу, как 14 тысяч будет давать. Ну, минимум должен. Так. ДБМ-пул делаешь? Да. Как ты умеешь.
3? Да, угу. Вон уже там босс сделал, я вам помню. Сейчас бы шапа коллективал, блядь. Блядь, ну вот я смотрю, ты точно не в меня даешь на пул. Я смотрю, в тебя на пул угорает, что ли? Серьезно? Это рофл, типа, когда Дон дает на пул, типа, у меня с пула, типа, хотя бы есть 100к под моими двумя ударами. Ты когда даешь на пул, а я даю 2 ГКД, у меня 80к, ну что это? Ты или не стараешься, или что-то у тебя сломано? У него макрос типа в цель босса, и когда он сагривает там ноуна, блядь. О, нет, я же даю. Больше свечи серы. Нет, ты можешь уже не напуливать, все. Я напуливаю, что страшно. С пула нормально напуливай. Айнон, давай делаем, да, что будет. Выигрывать последний быстрее. Сокро. Не будет второго прилива, да? Будет. Успей чуть-чуть там пару секунд. Хватит. Я доиграю по сути. Так, мы же следующий трэш скипаем? Ну да. ГЦ Айнон. Колечко! Колечко! Айнон! Роб, босс, не надо. А тебе шапка нужна, да? Роб. Колечко. М? У меня ноль кусков. Спускайтесь вниз и прыгайте. Просто здесь стоит. А куда вы идете? Вы не там пишите. А не со стороны, куда вы пошли налево. Стой, там моб идет, блядь, Роза. Похуй, погнали. Бегите, чё.
Кто-то добежал? Есть кого диван дать? Я сейчас подбегу, но у меня только нож. Идеально вижу, идеально. А он подбегает больше. Давайте, я пока не сбрасываю агро, типа... Все, подбежал. Да, я поставлю. Колечко! Ты выиграл? Да! Где-то. Здорово. Оно лучше, чем это, за репу или чем остальное? Не, я репу плюс вот это, тут два сакета, это же, типа, это бис. Ну, я знаю, что оно, типа... Ну, да, нет, остальное лучше все равно. Ну, до целка было бис на X3, на X2. А что ты перчатки не ролил? Я? Да. Ну, айрон и четвертый кусок, ой, второй. А, второй, ну. Джипса стоит, да. Да, шапку с Молчезара, сука, дайте, да. Шапка на кристаллы пойдет с Молчезаром. Не, блядь, дон забрал, теперь мне надо. Блядь. Все бегают уже. Уже у фейки, блядь, два куска. Уже, блядь, месяц как. Так, а у тебя же уже два куска есть, Лангрис. Ну да, я на ДЦ себе хочу. А рыба была, не? Два куска. А что, кстати, боссы потом получилось? Вот лучше сферы, блядь, линкани нахуй, босса, ебать. Ну да, блядь, сферы нам не были. Уважаемые просто... игроки, мы услышали ваши отзывы. И рады сообщить, что стартовая стоимость лицензии на поставки в черном рынке будет составлять одну золотую монету. А появляться он будет чаще. Понял. Не, ну типа аукцион перебивать цену будет. Услышали отзывы, так и запишем. Сука, я думал, ты про РБК скажешь, блядь. Что понерфили мобов, блядь. Ага. Я так на это надеялся. Три раза. А то, блядь, гробница мана вчера был, я охуел, блядь. Давай это. Да, мы тоже. Давайте агрите уже. Так, я даю стан черепу. Ну ты шаришь, когда давай, да? А чё вы так этот? Подойдите кучнее. Давайте я их соберу. Они взорвутся. Да не взорвутся, мы застанем. Все, а кто кресту даст? Кто по кресту даст? Да я дам, я. Все, окей. Боже, дай эту кресту. Бой, стань птичкой, хватит этого вот медведя. Я стан дал. Понял. Жестко. Тормес, это он огромный твой камень кинул. Ну я типа и в коте мог бы дать. За кондером пойдем сейчас или потом? А вот? Да, пошли сейчас, полезная штука. А кому вам вообще нужен кондёр? У вас же всех писает в этрине. Не, нахуй не. Ну да, блядь. Сова с 200-ми тринями бегает. А, и Зука, кстати, возможно. И Зука нахуй пойдёт, а не кондёр ему, блядь. И так... кондиционер нормально, надо брать. Это вспышка, блядь, со стороны. Ставил. Сторона лучше, чем кондёр. Вспышка, как её забрать по ИПГП? Хуй я заберу её, ты посмотри по ИПГП там чё, блядь. А хз, мне кажется, кондёр лучше вспышки, нет? Не лучше. Он они-то приблизительно одинаковые. Ну, может, одинаковые.
Вы лучше скажите, лучше ли вот этой трини кондёр? Ты долго не будешь, давай я твои трини кондёр. Лучше. Лучше, лучше. Ну вот. Бля, я думал, а кондёр лучше, чем для чешуйка прижимаюсь? Да. Я буду рубить, получается. А тебе, ну типа, я не уверен, что тебе она... А зачем она тебе нужна? Там же крит прокает. Ну, там 150 СПД, а потом прокает хаос. Да нет, ну понятно, что типа сколько там СПД, я о том говорю, что типа там все-таки прокает крит, который ты сам говорил, что тебе вообще не нужен. Вообще не нужен. Ну и ладно, похуй, я себе заберу глаз Грула один хуй, типа, и буду бегать со стороны плюс глаз Грула. Нахер тебе глаз Грула, ты шо? Он 600 хасты хуярит, и сколько там? И 150 СПД. Ты знаешь, он прокает от любого пердежа? Ой, так наксовская эта хуета тоже попала от любого пердежа, блядь, если с ним бегали, который меткость... Возьми тебе лучше чешуйку, оставь эту, блин, на сторима, профита больше. Зы, я не просто... знаю, типа, я бы на месте Зоркова бегал, знаете, связок с Атрини, а он балда. Чешуйка она хасты, у меня хасты мало. Так она ебать дает хасты. Да, 800. Хорошо, да, что я... апнули в два раза, блядь. Ну, они переборщили с апом, на самом деле. Да и похуй, ну за то нормально три не ставили. С учетом того, что это прожимка, типа, она должна быть, ну, хотя бы чуть-чуть слабее, чем прокающие. Да? А сейчас они это такие нормально, же да? Самые по силе, как прокающие. И хоть брать стали. Поэтому ты их контролируешь. Так нет, они сейчас стали, ну, бисовые, на. Вот и да. Так оно, да, так все бегали с прокающими, слушай, честно. Какая разница. А так у тебя есть выбор, типа, прокающие? Нет, или... ну, типа, блин. Разумная. В этом-то вся эфир. А чё они типа АФКшат? Я ем. Не-не-не, вот я. А ну заманите. Сейчас после трэша отпиться надо. Сейчас слышишь, будет... Зорки, у тебя как с математикой? Плюс-минус пятерка, ложка. Не, я о том, что ты сможешь... У тебя есть, короче, цифры урона на экране? Да. Сможешь посчитать, увеличится ли урон по копыта после убийства черепа? Увеличивается. Увеличивается, во ну, типа, в циферках увеличивается? Да, увеличивается, на боссе дебаф есть. На боссе дебаф есть, а я типа бил прошлый раз этот, и по циферкам вообще не увеличивался урон по боссу. То есть дебаф есть, а циферки не увеличиваются. Я, кстати, да, там я тоже смотрел, мне как улетали, блядь, бласты такие же. Ну, короче, ты сейчас просто бей этот капуста. Ну, сейчас я, подожди, я посмотрю, блядь, предыдущего босса. Да нет, ты не понял, ты сейчас будешь бить копыта и этот... Так, Рос, перестаньте дизморалис. Ладно, погнали, не будем этой хуйней страдать. Да. Готово? ДПМ пул. Ты дал, я даже не дал, и сука нету. Тут. Обои раздуем. Три, два... Понятно. Нормально набирается на тебе, Гро, сейчас? Бейте, череп. У меня что-то с Макросом, да, сейчас, да, я теперь понял. Больше. А у меня нихуя не больше. Больше, у меня прям больше. На сколько там процентов дается? 25. Где-то так и есть, да. Ну сейчас посмотрим, что я бью. Нихуя. Нихуя, у меня как-то 10-11. Ну типа, я лично проверял, у меня тоже не было больше. Ну, типа, возможно, я чем-то где-то неправильно... А слушай, а ты уверен, что у тебя ничего не прокнуло там, типа... Да больше, бля. Да больше. У меня дота по 600 тикала, сейчас по 900. Ну, это уже явно не от этого, она прокает по 900. Ну, типа, не могло быть 25%, дает 33%, правильно? Значит, у тебя что-то еще прокнуло. Значит, это, может быть, не от этого зависит. Не настолько же. Не знаю, у меня стрелы как били, блядь. Мои дотки так же само бьют, и пытка тоже самое. Вот сейчас вообще без проков 900 бьет на 0. Ну, у меня, грубо говоря, какой там, блядь, как у Ульдет ДПС, как похоже.
Ладно, похуй, завтра затащим на сцеле. Нихуя, наверное, 18к. Да и без, бля. Так я, блядь, поуешу. Сильно, бля. Ну ладно, типа, можете типа представить, что это соло таргет. Мне будет приятно. Да, бля. Ну в Т5 так и будет, бля. Т5, лишь доживи до Т5. Кстати, я помню, на X2 у Ханта был. Это 4Т4, он там нормально дамажил. В смысле, 18к, ты думаешь, будет в Т5? Это, блядь, надо быть полным долбоебом, чтобы меньше 20 давать. Ну, бля, я... Я, типа, ретриком, когда только полутал 2Т5, я давал, типа, уже 21. Давайте сейчас, типа, попробуем ачивку сделать, пока типа, просто по боссу играем, а я потом сдам на пул, и мы зауешим много трэша. Как у продолжения. Давайте попробуем, похуй, поиграйте пока точечно. Я, а главное, зачем? Блядь, блядь, ачивка, блядь, это плюс 6, все нормально. Какой чистый? Я вот хочу маунта, типа, там, сделать славу рейда, если был бы герой, какой-то, блядь, серии. Поражал. Лупите, уехай. Корнес... Меня что-то начинает пробивать. Или мне кажется. Прожмись, Корнеса нету, потому что... Нету прожимки. Делай чокнутого ачивку. Скалолаза, блядь. Если они для номера заработают. Конец, приходи. Ой, блядь. Распилитер. Распилить. Так, вот, блядь. У меня сейчас... Короче, если выбрасываю больше 50, то ролю, блядь. Пиздец. Получится ли это? А кто там, это сова? Тупо шаманизм. Фу, я думаю, реально кондёр, блядь, распылили, осколок грёз получили. Не, я ж сказал, если выберешь... Куда тут идти дальше? Знаете дорогу? Да, прямо. Прямо налево. Понял. Ну, идеал, кто тянет резину, я не понимаю. Я один выбросил, сука, один, нахуй. Хорош. Понимаю. Нужно было вдвоем выбрасывать. Просто ноль шансов. Да не расстраивайся, зато тебе 24, блядь, что-то. Я лучше 24. Не, а насколько тебе вообще на шипе, типа, нужен прок этого? Ну, мне кажется, на шипе он точно нужен. Там статичный СПД плюс проки хосты и крита. Что-то для приста очень вкусно. Там, а там что-то присты в 4Т4 в крите бегают, да, а в Т10 в хосте или как-то. А не, мне кажется, связок, кстати, лучше. Солнечный дой, блядь. Небесную вспышку лутать следующий должен. Ну вот, да, типа, я же говорю, со связок, кстати, лучше должна быть. Кто у нас самый сильный? Кто потом на лучах будет стоять? Ну и Изука получается, типа. Понял. РБКшный. Ну, я заебал с камерой. Это мегатрусский теперь, точно. Пизда, блядь, кстати. Так выросли цены на Сердоле. Кто-то их скупил. А, ну Изука. А проки... Главное... Вот Добре. Этого конденсатора проки также называются, или там два разных прока, чтобы в том ивент добавить? Два разных прока. Один конденсатор молния, второй такой. Ой, сейчас скажи, там... посмотри, а потом запиши лучше. Да, манекен пизданешь, сразу крутился. Да по боссу пусть ударит и посмотрит, блин. Войд, подходи, давай. Сидите, потом... у нас Корнеса нету и Войда. Да-да-да, Корнес сзади, Войд сзади. Подходите быстрее. Афкашеры, блин. Да, 4 минуты банка, не хочу перепрыгнуть. Блять, ну у Корнеса 2 окна. Ему позволено. И шо, это не что, не привязывается? Понял. 3, 2, как обычно, блять. Понял, принял, записал. А вы определились, какой вы кикаете? Фаер кикаете? Поздно. Да все, уже все, по-моему, проебали. Да. Ох. Главное не умереть, блядь. Ну попробуйте Фрост. Может быть, Фрост не кикали? Или был уже? Нет, самолет. Все было уже. Ну все, кикайте что-нибудь. Все подряд кикайте. Вот это надо было кикнуть. Это было бы четко, если бы кикнули.
беги, малышка, беги! Вы говорите, он танка не пробивает? Не пробивает, не пробивает, просто откинет. Нам сюда кладбище. Вот босс умер. Босс не танк, получается. Ну, да, я не знаю, что он там делал. Ну, под ШВ он в целом выжить мог. Это нужно ШВ прожать, но это тяжело, типа, в два окна. Блядь, мне школу сбили, пидорас. Обновите там каску. Ой, нет, каску я дал, кулак. Приставав лап. Урод, блядь, на маге. Бля, я так не люблю, когда вот эти вот типы появятся дальше мусорные. Ну и звук одного забанит. Угу, босс бомжей вызовет. Можно сгнался. Без прожимки, сколько нанесет мне? Ну слушай. А что за босс? Он типа подходит реально, он там стоит или что? Вагу на гладиаторе. Как и первый раз, так и второй, блядь, как. А где он? Подожди, а он возле ворот. А, всегда, далеко был. Я хуй знаю, типа, что. Не-не, а, там взрыв отбрасывает, типа, неизвестно, где он был, когда это был. Ну да, может наебать нас, типа. У нас, кстати, есть второй БР, два дроида. Да нет, лучше ставить на этого, на гнева, потому что там убьет его. Короче, так Алимов надо же бить, или нет? Не, в босс играем. Все по боссу. Я просто Алимов набираю агро. Плывенец на месте еще. Стоим на месте, на месте. Вот чисто в теории на мне нету венца, я же могу бегать. В теории, да, но, блядь. Тут проверять не получится, да. Проверять не надо. Что, телепорт не открыт, блядь, придется бежать снова через трэш. И корпус этого босса открывается. Пиздец, 6000 DPS, блядь, чудо босса. Сролил бы контёр, сейчас бы нормально дамажил. Сову, может, передамажил бы. Ну да, блядь. Не, знаешь, чисто шапку сролите, блядь. Блядь, вот кто... Кто этот гений, который банит моба, который прям на танке? Ну нахуя, спрашивается, блядь, за банька вот нормального. Я не буду, конечно, тыкать пальцем, но, по-моему, его ник начинается на изу, заканчивается на ко. Нихуя себе, блядь. Назовите слово целиком, блядь, как кубовик. Венец, стоим на месте, не двигаемся. Ну да, сложно, голубь. Бо, кстати, сейчас добьем босса под венцом. И можно будет пробежаться. Телепорт есть все равно. Кто пробежится, тот платит починку. Ну, только те, у кого деба. О, блядь, пизда нам. Пизда. Что это было? А это пизды не прощали. Ааа, вот его встал, я понял. Бей в одному, может, убьешь. Не, 700 тысяч. О, встал. Захиливайся. Кикни каст. Сука. Ну, ёбаный. Так, ну понятно, что урон по... Блядь, Изука дурак, серьезно, типа? Изука? Да нет, косты не кикнули, поэтому он... Нет, там не в костах дело, там так, в мане его. Здесь? У него когда мана да. 0... Ты когда косты не прокикаешь, ему энное количество, он... у тебя маны не хватает. На 20% маны он начинает кастовать прилив. И всех превращать. Бля, ебать, урос с ним пиздится, блядь. Можешь победить, кстати. Блять, ну убьет. Может, давайте пойдем быстрее, только время тянем. Он не убьет, может, все беги, равно. Не-не. Ну, да, вряд ли, ревностного нету уже. А, это ревность, значит, плохо. А у нас портал есть? Нету. Нет. Бежим опять-то. А, ну бля, снова Хекс. А сейчас он будет садиться пить, да, вот. А, точно, жрать садится, я думал, что он прилив же, бля. Да, Рус, мы тебя отхилил, бля. На пиробласт ебал. Слушай, ну, хуй знает, я типа, ну, можно его убить, но только я заебусь его бить. Типа, ну, бей, я его убью, если он не вызовет этого. Ты топор нажимаешь? Он не вызовет.
Да попробуй разъебать, а что нам бежать, блядь? Еще пробегать да, тоже. Реально, я пойду курить пока, Рус, но мое сердце с тобой. Давай. А ты топоры нажимаешь? Ой-ой-ой, хилься, блядь. Ну я с печати хила, я ничего там, лучше там, не могу сделать. Там желтая джаг. Флешку покастуй. Блин, ну там через желтую джагу нужно было играть, но он уже умер, все. Да все, ты уже умер, не прыгай. Лоха, дай. Ой, тихо, куда я побежал? Стоп, все хорошо. Реально. У меня ревность надкатился. Лоха, ну, давай. Ну, блядь, типа, хуй знает. Сейчас баблануть можно, в принципе. Или это, возложение. Возложение когда? Блядь, ну я ему снес сколько? 200к всего лишь. То есть мне нужно пиздец дохуя еще снести. Ладно, все, мне пизда, пацаны. Пиздец, обида. Пизда ебаная. Тебе от Корнеса. Осуждаю, кто не дохилил. Да еще Айнен встал, надо да, было в него Айнен... что-то похилить, блядь. Да, нужно было просто Айнену встать и кикнуть касту. В него прям кастил ледяной. И себя он... бы начал хилить, бы добил бы. Да мы просто начали орать, он, блядь, испугался. Это просто. Называется нету экспы на арене. Понял. Прерывание. Айнен не достарался. Ну, получается, что так. Давайте тогда кикать аркан школу в приоритете. Типа на костах у нас Айнан, и кто, и... Ну, босс получается. Ну, босс фури стойку прыгает такое. Да хватит так... одного Айнана. Ну да, он в теории должен закрыть все косты, типа, одной школы. Типа, ну да, Айнан, типа, это прям грубо было с твоей стороны. Меня уёбки убили у инста, блядь, тупые, сука. Да. Так, ну давайте лучше всех дождемся, так будет проще пробежать. Угу. У меня ревность начался откатиться еще. Да, бля, Айнан как-то хуёво. А я не могу понять, почему у меня или слетел бинт, я в Айнана кастил возложение. А, у нас же еще зорки есть. Ты ж антима... А чё зорки лежит? Ухуел? Я так понял, Рос не выжил. Ну да. И Лангрис лежит, глянь. Ну, есть у меня Shift плюс Alt возложение. Не знаю, чё они кастанулся, Вайна. Или ну, он зорки, уже тебя был мёртв? Антимагия есть, правильно? Это ж кик каста, насколько я помню. Да, да, есть. Ну, будете тогда по очереди. Айнан первый кикает каст Аркана. Если не успеваю... Я, если что, у меня 24 секунды КД, блин. Пал сервак или что? Вроде нет, я был на стою стою. Я дисканула. А, в библиотеку портует. А, это сюда будет. Нормально все. Никуда ничего не портится. Ну, возможен криминал. А чё свой там, где он? Да да, он ебаный меня убил, блядь. Рога ебаный. А где ты, блядь, там так долго шляешься-то? Там же ТП прям рядом. Я кольцо ебаное 258 брал, блядь. Один раз не успел взять, второй раз взял, и Рога, блядь, с инвиза убил. 2 минуты КД, блядь. Зор... Минуты... А, не, Лангрис, Лангрис где? Так ладно, ну, давайте туда. Когда бежал, мы же потом досумоним, и все. Ну, да. Пойдемте, ну, давайте. Давайте, зорко вон. Стойте, 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 стойте. Бля, блядь, я упаду, блядь, чё? Плевать, ну, всё, дал на пол. Ну, магический щит поставили. Блять, сложно босс оказывается. Значит, долго били. Нет, просто если, типа косты не кикаешь. Нет, он... нет, недолго били, типа, именно косты не кикали. Да, мы били быстро. Типа, мы уроном проходили, типа, учитывая, он, типа, пока не садится, он пока не садится пить ману, то есть, если у него не заканчивается мана, то он не этот, не садится пить, никого не превращает. Вар в армсе может тоже сбивать косты, если что. Тыкая стойку берсерка. А, ну видишь, хочу, у нас проблем не было, у нас ДК танчик. Да он умирает постоянно, какой ему еще косты хикать? Ну, Боб, дай, Боб. Кстати, Корнес, ты типа, это ты же говорил, да, по поводу экспы на арене? Угу. А ты понимаешь, что твой напарник, ну ты типа, твоим вторым окном ты не доигрываешь?
тебе получается. Это к боссу. Так в связи к боссу, глянь, ты уже разделился? Он постоянно не доигрывает на арене, я уже привык. Понятно. Каково это самого себя хейтить? Ну это, знаешь, как это, как в фильме, где там раз... Сплит, блядь. Вот он тоже. Кто ты из Сплита? Чур, я проститутка, да, типа. Бля, вы что-то начали шутить на тему, которую я не понимаю. Ну, типа, Сплит, фильм, который... Или Сплин, или как он там правильно назывался? Сплит, по-моему. Сплин, да, Сплин, знаю, группа. Питер этот, блядь, профессор крыса, блядь, учили по жакнизию, блядь. Ну, типа, этот фильм фантастика, который на, это, на фоне Билли Миллигана был. Не, не на реальность. Документально, блядь. Арнес, два монитора, блядь. Кидали руль, блядь. Ой, душите, так душите. Так подождите, они же типа, ну, в фильме они же не одновременно были, а по очереди. Ну, так он говорит, что типа он с двух этих сидит, типа, с двух компов, и иногда просто говорит от лица Корнеса иногда говорит, а иногда от лица босса. У него типа два дискорда, два компа рядом. Так у него типа там обе личности, типа, достаточно скилловые, чтобы играть за два окна, типа. Ну да, это типа, ну, если с прототипа Билли Миллигана брать, там, типа, это который, кто там, немец, а второй англичанин, по-моему. Вот, получается, у вас такой тандем, нормально. Не понял, про немца-англичанина, ну ладно. Но, типа, образ же этого, ну, типа, героя этого комикса, он взят, типа, с прототипа Билли Миллигана. А вы бегите? Ага, вижу. Бежим. Это, типа, ну, реально подтвержденный научный факт. Это был куда чувак, у которого было... А, я дорогой заблудился. Где ты заблудился? Свернул не туда. Ну, которого... Куда он свернул, я его что-то найти не могу. Или он уже добежал? Добежал. Блять, я его встречаю, ну куда хуй. Нас встречаешь. Угу. Но у него, типа, было очень такое жесткое расстройство личности. У него, типа, внутри него, типа, 23 личности жили. Что сразу, ну, типа, там прям были исследования целые. Я про эту книгу читал именно научно. Не просто вырезки статей, ну, там, типа, пиздец, короче. Как скучно. Ну, ладно. 3, 2, 1. Пол. Знаете, не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Так мы на всех боссов будем идти, или будем кого-то пропускать? Потом вернемся, посмотрим, типа, по поводу оперы, потому что... Если босс-то по типа, состоянию падет... Но... Да, типа, мы оперу туда скидываем. Я понял. Если... Кому-то надо 6, это с девы. Да, 6 девы нам все, еще все, нужно... Стали. По ими двигаемся. Красивый герой получается. Угу. А хотя нет, сейчас тринки откатятся как раз. Вот откатились. А вы там закрываете, да, этот аркан? Я вообще ничего не закрывал. У меня, блядь, две кнопки на панели. Ну, это... Я лично лучше играю. А кара десятка гера на каком конденсе открывается? В следующем. Там такие, там такие шмотки падают, прям... 60-е. Не, но я имею в виду, что там и ступни нахил пало, и пояс нахил пало, все. Не, там другой шмот. Типа смотри, ну, прям смотреть надо. Да. Я знаю, что в гире очень охуительный топор на ретрика падает слева. А в целом, типа, в гире, ну, гира классный инст. Он типа, ну, покажет, кто есть кто. Беги, малышка, беги! Блядь, аркан закрыл мне, блядь, эти одинаковые. А у тебя всего две кнопки, да? Пиздец. В этот раз, кстати, босс не умер. Ну, может, отбежал. Получается. Так он и до этого вроде убегал. Или нет, я просто пропустил. Ну, просто суицидник, все нормально.
Не, я, кстати, ж манекен тестил. Тут все, венец стоим. Тринес с этого спорим, а профит ничем связаться не надо. Да, я знаю, ты, ну, ты нормально тестишь. А какая разница? Есть еще одинаковые условия для той, для той. Все, все, дед, я же сказал, нормально тестишь, что ты заправдываешь? Потому что нельзя понять, что ты имел в виду, это типа у тебя сарказм или... Да он знает, что я имею в виду. Ну, я не знаю лично, давай ты типа, в следующий раз будешь немножко поподробнее отвечать. Я не с тобой разговаривал. В смысле? Ну, в смысле, как с тобой, только не очень. Все понял. Сразу сказал на свои места. Я доказывал Зоркому, что он не прав. В смысле? Я думал, ты говорил наоборот, что он молодец, блядь. Сука, такой непонятный, блядь. В Украине живешь, наверное, да? Угу. Понятно все. А ты сказал непонятно, если понятно. Не, понятно, почему непонятно. Почему? Потому что с Украины. Это как-то связано с нашим президентом? Блять, ну хуй знает. Я сейчас вам такую кору расскажу, блядь. Короче, мамка сам... Кору? Да. Ну, типа, прикол, да. Короче, прикол, мамка сам... Нихуя себе, ревностный прокнул, вы чё? Ну, прожмись. Да не, прожиматься не надо, это от взрыва прокнул. Значит, не расскажу, блядь. А там косты были просто ещё. Давай, рассказывай уже, здорово. Короче, знаете, что, блядь, сейчас бы дословно это пересказать. Короче, суть в том, что американцы ушли из Афганистана. Американцы ушли из Афганистана, чтобы вот эти террористы, Талибан, перешли на сторону Украины и воевали в ДНР против русской, блядь. Понял? Не бегайте. Ну, все американцы, получается. Yes. Спасибо. Кто? Валит на гладиаторе, получается. Так. А кто? Босс, блядь. Я. Че за... Корне, соберись. Чё ты не доигрываешь сегодня? Да. Это не я, это босс. Я его резну, пускай он вас резает. Зачем? Чё не хила? Тут портал уже. А я кого первого взял в таргет, того и резаю. Ну, портал уже открытый, портал, чё да. Вы... Я забыл, что портал. Думал, сейчас опять пизды дадут в начале инста, блядь. Пойдемте, друзья, дальше побеждать врагов. Напиши Изуку, чтобы он стоял на этой хуете. На какой? На синей. На этой хуете. Ты, блядь. Бля, пока мы тут рейдим, моя голда на ауке пропадает просто. Думаешь, он не знает, он спрашивает, чтобы порофлить. Ну, пусть рофлит. Корнес, глядь, типа это, что ты душишь Зоркого? Подождите, а в какой момент вы определили, что у них мейн Корнес, а не босс? Кстати, не знаю. Ну, потому что, типа, Корнес собирается в Ладиру. Потому что я постоянно говорю в DC, а этот молчит, босс. Понял. Вот, и у Корнеса випка да. Выше, получается, это мейн. Ну и игра у вас, конечно, ребята, блядь. Типа, ну я говорю, все сходится, типа, и когда, типа, R2 не хотели давать, из-за того, что... R2. Да, из-за аккаунта, получается, все правильно было. Он же, типа, с одного аккаунта сидел, с одного компа. Двумя персонажами, ну это как бы все сходится. Если бы так все было, нас бы не допустили. Точнее, убрали. В смысле? А нельзя, типа, в два окна играть? Можно. На Сирусе разрешено играть в два окна. Нет, нельзя. Разрешено? По правилам арены нельзя. Босс, ты можешь отправдываться как хочешь. В смысле? Хочешь? Ты, типа, нельзя быть напарником самому себе? Мне мультиаккаунтить нельзя. Я уверен, что это не записано нигде. Ну, блин, Зорки, два аккаунта разрешены на Сирусе, это не мультиаккаунт. Если ты, условно, с мужем сидишь... Типа, и играете. Игра в арену, короче, на нескольких аккаунтах, типа, ну это вся есть. Алло, ты можешь играть на нескольких своих аккаунтах? Не, ну,
Рост. А ты претендуешь играть, но... ты только на выше. Блядь, да что ты, посмотри на списки, там постоянно пишется твин, типа твин. Имеет, типа, выше это, звание в каком-то там другом реалме. Ты не видел ни разу, блядь, что твинов? Типа, за твинов тебя не кикают. Так, если ты играешь на твине, нормально. Так твины все равно не получают никаких наград. Ну, я за что и говорю, ты просто вторым аккаунтом не получишь этот. Типа, получишь только высшим. Да. Дискон? Нет. Нет. Да, блядь. А Зоркий все ждет дискона, блядь, заебался уже. Не Зоркий, это я, нет, это я. Куда я вас путаю? Оу. Нет, хуйня. Блядь, перчатки такие хуёвые. В смысле хуёвые? Два красных сокета. Да нет, там просто с этого, о, понимаю. Коня пиздатые. Пацаны, они не этот. Я напулил. А нет, не напулил. Но я не хотел. Таунтится нихуя, босс. Зря ты начал. Босс сегодня активный какой-то. Предлагаю его кикнуть. Вообще. Корнес. Слушай, тебе что, типа тяжело в два окна? Вы этот... Давайте бейте того, кто лоу хпшный. Он побежал, нормально. Не, ну... Барнеса, вас обоих. Барнес нормально, он не палится, как бы, поэтому все хорошо. Идет активная борьба со своей. Пацаны, агро нету, но вы держитесь. Ну, все нормально, у нас нормально. Еще босс потанчит. Пик скинул, щит остался, все хорошо. Кстати, босс, у тебя же есть макрос на этот, на щит, на ручку? Он, по-моему, очень в каре полезен. Сорвал агро, нажал макро. Забрали, вернул обратно себе этот, с чем там бегаешь. Неплохая шея. Напишите, чтобы он стоял на снимочке. Напиши сам, блядь, мы тебе что, блядь, слуги? Да нет, у нас РЛ есть. А хочу ты командуешь РЛом? Блядь, пиздец, задушил просто всех, кого мог. Айден, спасибо. Ешьте рыбу. Меточка ориентир нужна или убрать? Что за ориентир? Ну, танк пробегает в квадрат, и рейд бежит к окнам по ближайшей стене. Луна. И ром будет с той стороны. Вот. Что это за метки? Помогите. Кто на синем? Изука. На синем Изука. Два БРа есть, заебись. Даже две капли есть на него. Он будет далеко стоять, я не достану. Три, два, один, пуля. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Карнес, это перевесь меня на Изука душу. Вот. Сис. А босс вперед. А почему ты на бурсты не берешь, Зорки? Ну, потому что Изука сейчас больше дамажит будет, он же Карнесик поставил. На бурстах он тебя больше меня дамажит. Ну да. Ой, ладно, блядь. Never rally, это не пох. Алло, блядь. Душнило, блядь. Не, просто если я в стаке стою и в лужу попадаю, я сразу умру. А, Изука сейчас выживет, да? Будете? Угу. А, все дохли уже, можем падать, короче. Да, бегите к выходу бегите. Не будем тратить. Да. А, подняли, но нахуя. Ну, там давайте сразу здесь, раздайте диваны, прям здесь, у входа. Хуйня случилась. Типа, как у нас умер, кто у нас первый упал? Язык в лужу умер. Айн он просто упал, типа, странно, почему? Ну, так получилось. Кто там еще у нас? Лангрис в диване или... Понятно.
Все. Кто у нас там умирает? Бля, пиздец, что бесконечно будет. Да, он как-то хуёво убивает дракон, постоянно что-то кастет. Сейчас бы 25 уровень гильдии. Угу. Покупайте жетоны. Что у нас там, кстати, по этому по прогрессу? 22 уже, бля, нормально. 20, почти 23 вообще-то. Ну, я вчера, еще... Я вчера очень много, где-то сотни жетонов купил. Хорош. А мы бичей набираем или уже остановились? Да надо набирать, надо. Если не впадло, набирай. Ну, я просто сейчас что-то с онлайном просел, поэтому... У меня просто не получается, там ники нужно печатать, не впадло. Ну да, да-да-да, душненько. А у меня клава еще, типа, неудобно совсем. Так есть же какой-то, типа, хулиагент или что, который сам набирает? Ты я за него контакт с ним. Ну, я не знаю, банит или не банит за него, но вообще есть, да. Я просто видел, когда я печал тебе как-то. А тут есть ограничение, через 10 приглашений, 10 приглашений раз в минуту. Не, ну хоть кто-то принять и нажмет. Даже если один из 10, типа. Нет, ты типа 10 раздашь, а остальное будет в холостую улетать, и типа из-за кликерства тебя может прилететь это. Вах, кстати, бота используешь. Если я теперь или Изука будет дальше стоять. А что там Изука надамажил под мечом? Кто не чекал? Меньше, чем я дамажил. 8700. 24... А, Изука слышит нас, что ли? Не, 24к это у него улетело, типа тычка. А. Я бы вара поставил. Некому на синий. Ханта. Я зеленый, не некому. Я с маной. Без маны стрелять не буду. А так смысл первую, вторую, ПТФ разница типа. Там же стаки спадают. Ну понятно, имеется в виду, что на первый луч ты станешь тогда. На первую. Блин, у тебя бурсты есть только под первую, а под вторую уже ты не очень добавляешь. Нет, 27 есть бурсты. Там 45 минут, 45 секунд. Короче, минута чем-то откатывается просто. И перчатка.